Москве прошел детский чемпионат KidSkills. Это турнир профессионального мастерства среди школьников. Участники сражались в 10 номинациях. Они выполняли симуляцию полета на компьютере, высаживали растения и настраивали систему автополива, программировали робота-помощника и собирали беспилотные летательные аппараты, рисовали 3D-модели и проектировали космические ракеты. А еще создавали питательный раствор для растений. В чемпионате KidSkills приняли участие 1000 детей. Борьба шла серьезная, победили только сильнейшие. А здесь участники KidSkills уже готовятся к следующему конкурсу профессионального мастерства –